Акварель – это моя душа. Я люблю очень акварель, предпочитаю работать только в этой технике уже давно. Накопилось столько и хотелось показать, хотелось для себя какой-то отчет сделать, достать эти работы. Какие-то недавно совсем написаны в большом количестве, и захотелось их увидеть вот оформленными, висящими вот в таком количестве. Когда ты видишь все это вместе, у тебя создается некая такая веха, да, что вот ты на каком пути ты сейчас, где ты сейчас находишься, на каком месте. Как художник. Чистота и многообразие выбранной техники акварели дает простор реализации фантазии автора, позволяет создать эффект легкости, воздушности, игры тонких цветовых переходов. 42 работы, представленные на выставке, это своеобразный отчет автора за 18 лет творческой деятельности, раздумья на тему многогранности, впечатлений и переживаний, откровений мастера в единении со своим зрителем. А ощущения у людей, побывавших на выставке, очень похожи. То есть вот есть какие-то любимые, отмечаю, работы, спрашиваю себя, что понравилось. Вот. Ну, очень много попаданий в одни работы. Я хочу подготовить выставку следующую к тысячелетию Бреста. Про Брест, про старый город. Дворики. Выставка брестской художницы вызвала интерес не только среди жителей и гостей нашего города. Поддерживая творческую инициативу молодых мастеров, представители вертикали власти Брестского горосполкома встретились с Мариной Лапо для обсуждения уже следующей, третьей, находящейся на этапе подготовки в данный момент выставки, посвященной любимому городу. Городской исполком держит руку на пульсе и поддержит всяческим и способом, и образом именно молодых художников. Дает им возможность раскрыться и показать свое видение того старого города Бреста или его современным городом Брестом. И, соответственно, когда мы смотрим на то или иное произведение, на ту картину, мы, конечно, у каждого свои эмоции, свои чувства, свои воспоминания о своем городе Бресте, особенно когда показываются эти улочки, когда ты там гулял, проходил, видел, это еще больше тебя вдохновляет и, наверное, еще более приятно. Наталья Луговкина, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.